Всем привет! Вы на канале «Вокруг мира». Сегодня хочу снять обзор на интересный телефон из прошлого. Это Sony Ericsson W902. Может, у кого был, кто знает. Интересная модель. Сейчас я расскажу подробнее. Для начала покажу состояние. Это вид сбоку. Это перед. Тут нету одной клавиши. Это сброс на звонки. Это с этой стороны, сбоку, с правой. Это сзади. Крышка немного потертая. Ну, в общем, состояние 6 из 10 где-то. Плюс тут еще дисплей немного залит. Водой был. Сейчас включим. Включается довольно быстро, где-то секунд 10. Ну вот он включился. Ну вот вы видите по бокам сверху и снизу, что дисплей немного был залит водой изнутри. Ну, для меня это не важно, я его был убрал, но мне и так пойдет. Это блокировка. Это меню. Ну, в принципе, меню все знают. Просто я расскажу, что телефон, считай, неубиваемый. Он и падал, и, как видите, дисплей в воде немного побывал. Ну, как видите, все работает. Из плюсов. Ява игры. Очень много закинул игр хороших. Ну и, естественно, Walkman Player. Закинул музыки тут. Звук в наушниках отличный. Хочу, правда, найти, кто может его добавлять. Еще немного добавить. Ну так, звучание вообще супер. Ну, песни ставить не буду, смысла нету. Насчет игр покажу. Параметры. Где они? Органайзер. В мультимедиа. В развлечениях. Вот игры. Давайте включим вот эту, первую. Тоже довольно быстро запускается, все работает. Неплохие были игры Ява. Довольно много интересных было. Ну, собственно, ради чего этот телефон и взял? Ради игрушек и ради звука в наушниках. Потому что лучшего звука я не встречал до сих пор. Можете верить, можете нет. Если в современных смартфонах там учет весь идет на громкости, на стерео, то тут учет идет на бас. Ну, давайте быструю игру нажмем. Мира на русском. Ну, в основном даже брал ради звука в наушниках. Не столько насчет игр. Хотя тоже это память. Игры интересные. Иногда неплохо так залипнуть. Это еще загружается игра. Ну, тут бегаешь, стреляешь.
Проверяешь. Это крепкий орешек. Ну, в общем, суть вам понятна. Выйдем. Как мы выйдем? А, вот. Тут много прикольных игрушек еще, смешных. Ну, запускать не буду. Давайте Devil May Cry еще включим. В общем, в годах 2004, 2005, 2006 очень популярные телефоны были. Тут не помню, почему. А, вот. Ну, тут чудовища всякие, как на компьютере, в принципе. Естественно, графика не такая, как на компьютере, это понятно. Тут убиваешь, собираешь бонусы. Борюсь с нечистью. В общем, неплохо будет зависнуть там, как нечего делать. Так, back. Как мы выйдем? Mission end. Yes. Q это выход. Yes. В общем, много игрушек тут интересных. Интересный телефон. Тут еще видео диджей есть. Это создавать самому мини-музыку, там мелкие мелодии. Music диджей это тоже создавать мелкие мелодии там. Запись звука, диктофон, интернет, камера, все есть. В общем, интересный телефон в свое время был. Да и сейчас вспомнить молодость, так полазить. Довольно-таки интересно, увлекательно. У кого был, кому понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь. Все, всем спасибо за просмотр.